Всем привет, с вами Дженикус, и это Strategy Guide на вышедшего 26 мая с большим дополнением нового гостевого персонажа Mortal Kombat 11 – Робокопа. Старина Роба обладает кучей отсылок прежде всего на оригинальный фильм Пола Верховена. Собственно, выполнен он в том же дизайне. Сам по себе Робокоп в игре оказался довольно серьезным зонером, и если у противника нет телепорта, то будет несложно удержать его на фуллскрине. Но и на ближней дистанции у Робокопа есть свои инструменты и основы для миксапов. Начнем с нормалов Робокопа. Назад 2. Хай. Основной комбо-стартер. Стартап 16 фреймов. Вниз 2. Апперкот. Имеет весьма солидный хитбокс на среднем пальце. Достает высоко, но недалеко. Из-за этого напрыгивающего противника антиэрить апперкотом стабильно не получится. Вниз 3. Достает недалеко. Джейлит на однерку. Четверка. В основном используется в комбах и в углу. D4. Очень далеко достающий лоу, одна из основных тычек. B4. Двуххитовая подсечка. Робокоп ее делает не пригибаясь, поэтому есть вероятность пропустить даже хай-контрхит. Но огромный плюс, она не имеет хёрдбокса. При обычной подсечке можно ударить ногу противника, а поскольку у Роба подсечка в виде пуль, ударить Робокопа по этим пулям не удастся. Гетап вверх 2. Очень быстрый, 9 фреймов стартапа, на блоке наказывается минус 12. Гетап вверх 3, также быстрый, 10 фреймов стартапа, при его исполнении Робокоп пригибается и довольно далеко достает, сейф на блоке минус 6. Оба броска, как и положено зонеру, откидывают на фуллскрин, а также Робокоп имеет крашен блоу на обоих бросках. Вейвдэши у Робокопа быстрые, может быстро сближать дистанцию, хотя зачем это зонеру. Главные стринг серии Робокопа. 1-2-1. Основной джеб паниш хай мид мид. Стартап 8 фреймов. На блоке сейф, минус 8. Окна для чистого блока не имеет. Назад 1-2. Стартап 12 фреймов. Назад 1 очень хороший мид. Стринг имеет дырку для флавлес блока. На блоке и назад 1, и назад 1-2 сейф. Назад 1 можно использовать как стагер, так как на хите дает плюс 7, либо плюс 8 в зависимости от дистанции и оставляет достаточно близко к себе, чтобы пихнуть еще один B1. Снаряд во втором ударе можно кинуть на ближнюю, среднюю или дальнюю дистанцию. Закончив стринг на нежданчик, можно получить хард нокдаун. 2-2-3. High, mid, low. Ничего примечательного, кроме одного момента. Имеет дырку для флавлес блока между первым и вторым ударом, а не между вторым и третьим, как может показаться по анимации. Вперед 2-1-2. Хорошая, далеко продвигающая серия мид-мид-оверхед. Стартап 13 фреймов. Кэнселится в спешл второй удар. Минус 7 на блоке. Сейф. Последний удар можно зафлавлесблочить и поднять на комбу при помощи вверх 2, но если у противника нет метра, можно смело заканчивать, так как на флавлесблоке это тоже минус 7. Стринг в контрхит или на паниш дает крашен лоу. Назад 3-2. Лоу мид. Стартап 17 фреймов. Откидывает далеко в хард нокдаун. На блоке сейф минус 5. Дырки на флавлесблоке не имеет. Вперед 3-2-2. 1-1-1. Стринг начинается с 10-фреймового мида. Мид, мид, мид. Стагерит, но есть недостаток. Он хоть и быстрый, но довольно короткий. Кэнселить в спешилы только после второго удара. В основном можно использовать вперед 3-2 и получать минус 6 на блоке, сейф, либо плюс 8 на хите и снова стагерить вперед 3-2, либо назад 1. Продолжать стринг до конца выстрелы не рекомендуется, так как они хай. Под ними можно присесть и наказать противника. Вперед 4-2, мид-хай, далеко достающий лоу-краш, выводящий на комбу, на блоке сейф, но перед вторым ударом можно присесть и наказать. Спешилы Робокопа. Фатал-блоу, 19 фреймов стартапа, покрывает весомую часть экрана и почти невозможны для перепрыгивания, на блоке минус 24. Спешилы первой вариации Робокопа. Сдерживание.
Хай выстрел с долгим стартапом. При удержании кнопки робокоп идет вперед. За один бар защитного метра можно закэнселить. Атака не усиливается, как инструмент для зонинга не очень годится. Сдерживание с отступлением. Та же хай-атака с теми же свойствами, но тут робокоп отходит от противника, и вот это уже станет проблемой для персонажей без телепорта. Можно использовать для выхода на зонинг. После любой комбы делаем этот спешл и отходим назад. Дистанция увеличивается, а вы можете выстрелить в любой момент, как противник захочет приблизиться к вам. Штурмовая пушка Кобра. Медленный, но крайне эффективный хай-проджектайл. При попадании в хит нокдаунит на full screen. При попадании в блок пушбэчит очень далеко. Усиление добавляет еще два выстрела, которые уже мид. Его практически невозможно избежать, хотя бы одна пуля попадет хотя бы в блок, что сильно отпушбэчит противника. А все три выстрела в блок так и вовсе пушбэчит почти на full screen. Один выстрел вблизи является серьезным ансейвом, минус 24, паниш full комбо. Но метр делает его минус 13 и оставляет противника на фуллскрине без всяких шансов на паниш. Таким образом, это очень сильная зонинг-опция, которую без телепорта преодолеть крайне сложно. Дает крашенблоу, если попадает по противнику, который стоит вблизи на паниш или в контрхит. Не очень применим, поскольку из-за медленного стартапа вблизи в контрхит или на паниш крайне тяжело зайти. Доступен также в третьей вариации. Клемная колодка. 11-фреймовый мид-командный бросок, то есть под ним нельзя присесть. Он довольно короткий, но стартап чертовски быстрый для мид-броска. Из-за скорости вполне годится для ресета после стагера или фреймтрапа. Благо, много не снимает, 13% дамага. При усилении можно протащить противника как в одно, так и в другое направление и снять на 3% больше. Что при усиленной версии, что без усиления, откидывает на фуллскрин. Дает крашенблоу, если поймать противника на гитап роли. Имеет тикс-ролл только на D1 и D3. Пушка из плеча для разгона толпы. Имеет 4 дистанции, бьет мидом. Сам снаряд хитбокса не имеет, бьет только непосредственно сам взрыв. Может использоваться как зонинг-атака, но на самом деле истинное предназначение этого мува – это сетап. Дело в том, что если заканчивать команду гранатой, то она как раз поймает противника на окиземе, что даст в блок плюс 3 от ближней гранаты и плюс 6 от средней. Таким образом, у вас открывается неплохой фреймтрап и возможность ресета. Также можно ловить в таком случае любителей гитап-ролла вперед, так как дистанция не позволит противнику оказаться за вашей спиной. Единственный действенный способ избежать этого сетапа – это перележать его. Но в первой вариации у робокопа есть еще одна хитрость и на этот счет. Усиленная граната бьет с еще большим делеем и на хите станет противника с выходом на комбу. Таким образом, поле деятельности миксапа еще больше расширяется. Комбы первой вариации. Не забывайте, что комбо эндер, командный бросок, можно заменить на сетап пушку из плеча, чтобы ловить противника на окиземе. Также, если вы поймали противника на усиленную пушку из плеча, то напрыгиваете на него с двойкой и далее делаете одно из комб ниже. Назад 2, напрыгиваем с двойкой, вперед 3-2, бросок. Апперкот в крашен блоу. Назад 2, дэш, вниз 1, вперед 3-2, бросок. Вперед 4-2, дэш, назад 2, дэш, вниз 1, дэш, вперед 3-2, бросок. При попадании усиленной гранаты вниз-назад 4, напрыгиваем с двойкой, назад 2, вперед 3-2, бросок. Угловые комбо. Назад 2, нейтрал джамп тройка, вниз 1, вперед 3-2, бросок. Апперкот в крашен блоу. Назад 2, вперед 4-2, 1-2-1, бросок. Вперед 4-2, назад 2, вперед 4-2, вперед 3-2, бросок. Таким образом, первая вариация нацелена на усиление зонинга за счет разрыва дистанции при помощи пистолета, а также доступна игра вблизи при помощи быстрого мид-командника. Спешалы второй вариации. Выстрел из авто 9 с колена. Лоу-профайлящий выстрел, поскольку робокоп присаживается, хай-проджектайл проходит мимо него. Более того, он стреляет мид-проджектайлами. Усиление добавляет еще две пули, последняя роняет. Дает крашен-блоу, если вы присели под хай-проджектайлом противника.
Весьма сильный инструмент для зонинга. Авто 9 вверх. Быстрый 10-фреймовый анти-эйр. Усиленную версию можно закомбить. Абсолютно промахивается против стоячих противников. Доступен также в третьей вариации. Ручная пушка для разгона толпы. Хай Ракета. Заменяет пушку Кобру стартап 18 фреймов, но летит она невероятно быстро. Откидывает на full screen. При усилении можно задержать. Очень хороший инструмент для зонинга. Полицейский щит. Быстрая 9-фреймовая перри. Поглощает проджектайлы, парирует с ответной атакой хай, мид, оверхед и броски. Не парирует лоу и напрыжки. При парировании можно влить метр и откинуть противника на full screen. Доступен также в третьей вариации. Огнемет. Довольно медленный стартап. После стринг-серии не нокдаунит. На хите дает плюс 15, плюс 17. То есть при завершении стринг-серии огнеметом робокоп получает жирный плюс. Другой вопрос, что поскольку командника в этой вариации нет, то особо миксапить тоже нечем. Пушка из плеча для разгона толпы. Все такой же сетап с плюс 3 или плюс 6 после комбы для игры на Окиземе, как и в первой вариации. Но усиленная версия дает бомбу, которая взрывается с делеингом, что можно использовать как инструмент для зонинга и сдерживания противника на дистанции. Для игры на Оки также можно заюзать, но стартап взрыва уж слишком долгий. Комбы второй вариации в целом такие же, как и в первой, только заменен комбо эндер на ручную ракету. При этом сетапы с плечевой пушкой все так же работают. Назад 2, напрыгиваем с двойкой, вперед 3-2, ракета. Апперкот в крашен блоу, назад 2, дэш, вниз 1, вперед 3-2, ракета. Вперед 4-2, дэш, назад 2, дэш, вниз 1, дэш, вперед 3-2, ракета. Если поймать на усиленную плечевую бомбу, можно быстро скомбить при помощи назад 2, вперед 3-2, ракета. Угловые комбы. Назад 2, 4, выстрел вверх, вниз 1, 4, ракета. Апперкот в крашен блоу. Назад 2, 4, выстрел вверх, 4, ракета. Вперед 4-2, назад 2, 4, выстрел вверх, 4, ракета. Усиленная плечевая бомба, назад 2, 4, выстрел вверх, 4, ракета. В целом, вторая вариация, как и первая, тоже направлена на сдерживание противника и на зонинг, имеет менее обширную игру на Окиземе, но есть сильные сдерживающие инструменты в виде откидывающего на фуллскрин быстрого перри. Спешалы третьей вариации. Прямой выстрел из авто 9, хай выстрел робокопа. При этом он остается на месте. Усиление добавляет еще 2 быстрых хай-выстрела. Авто 9 вверх. Быстрый 10-фреймовый антиэйр. Тот же самый, что и во второй вариации. Усиленную версию можно закомбить. Штурмовая пушка Кобра. Тот же спешл, что и в первой вариации. Полицейский щит. Тот же спешл, что и во второй вариации. Заряд OCP. В воздухе. Горизонтальный полет робокопа. Стартап 12 фреймов. Хитбокс огромный. Хороший инструмент для контроля воздуха. Дает крашен блоу, если заходит на паниш или в контрхит стоящего на земле противника. И при этом робокоп должен прилететь с максимальной дистанции. Тяжелые условия для крашен блоу. Но есть куда более простое. Спешл является армор брейком. И если ломает армор, то дает крашен блоу сразу. Откидывает на full screen. Электрическое поле. Активация требует одного бара защитного и атакующего метра. Покрывает робокопа электричеством, и когда противник бьет вас, с каждого удара ему капает дот дэмэдж. Не работает против проджектайлов. Прекрасная опция, чтобы добить противника, когда у него остается магический пиксель. Противопехотные шипы. Заменяет наплечную пушку, имеет 4 дистанции. Ставит шипы, которые бьют дот дэмэджем. Хороший способ отнять у противника пиксель. Усиленная версия бьет слезоточивым газом и рестендит с небольшим плюсом. Еще один важный момент. Если вы ставите слезоточивый газ, вы можете бросить противника, и при правильном тайминге и позиции вы гарантированно поставите противника под unblockable с выходом на комбо.
Сетап напоминает аналогичный у Диворы, только пожестче тайминг и меньше профита. Сама по себе граната тоже имеет хитбокс и при попадании бьет мидом, но если промахивается, то выпускаемый газ наносит дот дэмэдж. При этом через некоторое время взрывается анблокаблом и станет противника, выводя вас на комбу. Комбы третьей вариации. По сути, у него тут нет нормального комбо-эндера, поэтому можно порекомендовать ставить, например, бомбу с газом или шипы. Также, если противник попадается на газ unblockable, вы можете продолжить дальше комбу из представленных без модификаций. Назад 2, напрыгиваем с двойки, вперед 3-2, выстрел вверх. Назад 2, вперед 3-2, газ. Рестенд. Апперкот в crash and blow. Назад 2, дэш, вниз 1, вперед 3-2, выстрел вверх. Вперед 4-2, дэш, назад 2, дэш, вперед 3-2, выстрел вверх. Вперед 4-2, дэш, вперед 3-2, газ. Угловые комбо. Назад 2, 4, выстрел вверх, вниз 1, 4, выстрел вверх. Назад 2, 4, выстрел вверх, 4, газ, рестет. Апперкот в crash and blow. 4, выстрел вверх, вниз 1, 4, выстрел вверх. Апперкот в crash and blow. 4, выстрел вверх, 4, газ, рестенд. Вперед 4-2, назад 2, 4, выстрел вверх, вниз 1, 4, выстрел вверх. Вперед 4-2, 4, выстрел вверх, 4, газ, рестенд. Если противник попадается на газ, делаем назад 2, 4, выстрел вверх, 4, выстрел вверх. Таким образом, в третьей вариации робокопа есть хорошие инструментарии, чтобы снимать волшебный пиксель и наносить дот дэмэдж. Хороший контроль воздуха, как земли, так и с антиэйров. Все еще есть перри, но сдерживать противника на дистанции уже проблемнее. Тут помогает только пушка Кобра. Большой недостаток в том, что вблизи есть только щит и ничего более. Фаталблоу комбо. Вперед 4-2, дэш, назад 2, дэш, вперед 3-2, фаталблоу. Назад 2, напрыгиваем с двойкой, вперед 3-2, Fatal Blow. Поскольку у робокопа нет релаунч мувов, его комбы довольно скудны. Плюс ко всему, со своих джебов он вынужден заканчивать комбу пушкой Коброй, либо ракетой, чтобы откинуть на фуллскрин. Помните, что в зависимости от вариации, комбы с основных комбо-стартеров назад 2 и вперед 4-2 можно модифицировать и заканчивать их фреймтрапами в первой и второй вариациях и дот-дэмэджем в третьей. Также во второй и третьей на оке можно ловить на перри и получать crash and blow. В целом робокоп независимо от вариации наносит мало дамага с комп, да и комбо стартером зацепиться тяжеловато, но имеет очень сильный зонинг и определенные сетапы вблизи. В остальном все три вариации направлены на усиление зонинга, только по-разному встречают, так сказать, противника. Если у вашего персонажа нет антизонинг опции, то ему будет тяжеловато. На нейтрале у робокопа есть парочка тычек, но в целом он довольно короткорукий боец, и если в ближке он может еще предоставить определенные сетапы, то на нейтрале частенько может только оттыкиваться в надежде выйти на зонинг. Это был Strategy Guide на робокопа, всем спасибо за внимание, пока!